Привет всем, это Джей Слэм, передача «Крамп Эксперт», передача, в которой рассказывают новости из мира Крампа. И сейчас я нахожусь в Дюссельдорфе, Германия, где проходит ЕБС уже 11-й год подряд. Я постараюсь поделиться своими впечатлениями от дня отборочных, как все прошло и как выступили наши ребята. День начался с мастер-классов, но про них лучше расскажет Вадим Випхед, который представлял себя, представлял наш мувмент и учил детей, учил людей мастер-классам. Давайте спросим у него. Привет, только что закончились твои классы. Расскажи, как было и вообще, что ты испытывал? Это ЕБС, чувствовал ли волнение? Было круто. Мне очень понравилось. Волнение я не испытывал, потому что в прошлом году мы давали с Антоном 2 на 2. Немного переживал из-за английского, потому что я давал концепты, и иногда это сложно объяснить через английские слова, потому что они немного другие. Вот. Но, в принципе, вообще, я что-то зря переживал, видимо, потому что все получилось. Мне не хватило немного времени, потому что я приготовил больше, но ребята были супер довольны, и я даже не ожидал, что будет настолько, типа, прям, вау, жесть, круто, когда, ну, для меня это какие-то уже банальные вещи. Вот, но все очень довольны, и, короче, посмотрим, как они будут это юзать. Вот, было супер, мне понравилось, Сережа. Как настроен на фестиваль? Отлично, хочу танцевать. Мы желаем тебе удачи. После мастер-классов, после обеда, все началось с битмейкер-контеста. Как обычно, битмейкеры делились своими новинками, своими хитами. Люди реагировали, на кого больше кричали, тот и в финале. Но, как я понял, у них не получилось отобрать нужное количество, и сегодня утром будет как дополнительный раунд. Если честно, я не совсем понял. Знаю, что точно участвуют Morph, HB, Solfabags. Посмотрим, кто будет в финале, кто выиграет. А что было дальше? Дальше был отборочный детей, потом был отборочный джуниоров, потом был отборочный девочек и потом мальчиков. Примерное количество участников в детей было 10 человек, в джуниорах около 30, девочек около 60 и мальчиков 150 человек. У девочек из 60 проходило 18 человек, у мальчиков из 150 проходило 12 человек. Практически во всех номинациях прошли наши ребята, респект спитфайрам, их здесь целая туча людей. Они прошли в детях, в джуниорах, в вонтеды. Это круто, Украина, это жестко. Три наших девочки прошли отбор. Это Sista Slam, Princess Knack и Girl Viphead, которая впервые приехала на ЕБС. Первый раз приехала, забрала все плюшки. Спросим у Юли. Юля, привет. Поздравляю тебя с тем, что ты выиграла первый батл, прошла круг. Это не сногсшибательно. Завтра ты будешь на сцене. Скажи, пожалуйста, как ты вообще себя чувствуешь? Как вообще ощущала на батле? Ожидала, что пройдешь или нет? Спасибо, Грей. Было немножко волнительно, но сейчас я чувствую себя хорошо, вот, и все. Ты уже в Европе целую неделю, я знаю. Скажи, пожалуйста, повлияла ли на тебя эта атмосфера? Вы там сошинили, я знаю, в Утрехте. Как ты себя чувствуешь? Помогло ли это как-то расслабиться, почувствовать атмосферу лучше? Да, это очень помогло. Ребята на протяжении недели раскачивали, помогали почувствовать себя просто в танце. Они говорили, делай, что хочешь. И я чувствовала себя комфортно, потому что они поддерживали. И ты просто открываешься и делаешь то, что тебе очень нравится. И сегодня на батле я попробовала просто почувствовать себя в этой же атмосфере. Это было очень круто. Слушай, это здорово. Ты первый раз на ЕБС. Какие впечатления от масштабов? Первый раз на ЕБС. Наверное, я должна сказать... что это не так немножко, как я себе, может быть, представляла. Я представляла более такую крамп-дружескую атмосферу, а здесь больше соревнования, то есть это чемпионат. Ты должен себя показать, ты должен себя проявить, и только тогда, возможно, ты пройдешь. Вот так. Здорово. Я желаю тебе удачи. Спасибо. Сразу после отборочных у мальчиков и у девочек были первые круги батла. По моим личным впечатлениям, было очень мало людей в этом году, вот, потому что даже перед батлами обычно собираются большие толпы людей у входа. В этом году как-то все было не так глобально, что ли, либо у всех проблемы, но доехало немного людей. Вот всех участников, которые я перечислил, мне кажется, в помещении больше никого и не было. Возможно, все придут на финальный день, посмотрим. Мы практически во всех номинациях представляем. В мальчиках Viphead, в девочках One Shot, Wanted, Kid Monster, Girl Viphead. В детях
и в джуниорах, спидфайры, вонтеды. Ребята, в общем, всем желаю удачи. Постараюсь рассказать завтра утром, либо уже когда приеду домой. Спасибо всем, это был Джей Слэм. Очень кратко поделился какими-то эмоциями. Следим за нашими ребятами.